Реализация так называемых «малых дел», то есть наказов сочинцев, добралась до Мамайки. Дорогу на Крымской в прошлом году уже ремонтировали, но в этом, в связи с обращениями граждан, решили обновить. Работы производятся муниципалитетом совместно с депутатами. Принято решение главой города выделить из дорожного фонда, и выделена сумма 741 тысяча. Мы отремонтируем 80 погонных метров тротуара и 500 метров дорожного полотна. Дороги, работы будут закончены в течение 2 суток, и Мамайка будет вообще блистать. В 2018 году у нас также будет ремонт улицы Плеханова. Это спуск от санатория Октябрьский к улице Волжская. И микрорайон будет практически весь отремонтирован. Ходить по разбитому тротуару воспитанникам 80-го садика больше не придется. Ситуация уже исправлена. Работы производит управление автомобильных дорог города под пристальным контролем районной администрации. Сегодня тротуарная часть уже отделена бордюрным камнем на протяжении 80 метров. И это позволяет увеличить безопасность пребывания в садик. Объем работ он позволит нам получить опять в очередной раз хороший участок с хорошим санитарным состоянием и безопасный. Что касается обращений граждан, то эта работа производится на постоянной основе, и все обращения остаются услышанными. Спилили специалисты и сухие ветки деревьев, которые также стоят по соседству с детским садом. Сегодняшнее преобразование на Крымской назвать малыми делами сложно. Работы произведены масштабные. К слову, уже на Мамайке отремонтированы и улицы Ландышевая с Полтавской. Что же касается ремонта асфальтового полотна в целом по городу, то в список капремонта дорог в этом году вошло 30 улиц по всему Большому Сочи. На эти цели только в первом квартале выделено 260 миллионов рублей. Это деньги из краевого и муниципального бюджетов. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.